Ами ковры – это всегда потрясающий выбор. Овчин ковров с длинным ворсом. Современных ковров и дорожек. Ковров ручной работы. Торговый комплекс XXL. Второй этаж. Здравствуйте! Вы смотрите программу «Каждый день» в студии Ирина Черней. Партнер нашей программы – консультативно-диагностический центр. Предлагает индивидуальные планы обследования, профилактики, лечения и реабилитации детей и взрослых в клинике и на дому. Все программы комплексного обследования разработаны специалистами на основе большого клинического опыта и содержат все необходимые мероприятия для диагностики и профилактики ряда распространенных заболеваний. Консультативно-диагностический центр, город Оренбург, улица Кирова, 13, корпус 1. Доверяйте свое здоровье хорошим врачам. Консультативно-диагностический центр в Гостином дворе. Квалифицированная медицинская помощь в удобное для вас время. УЗИ всех органов, лабораторная диагностика, консультации маммолога, уролога, андролога, иммунолога и других узких специалистов. Доверяйте здоровье хорошим врачам. Предлагаю вашему вниманию прогноз погоды на пятницу, 8 апреля. В Мартуке облачно, осадков не ожидается. Температура воздуха составит плюс 5 градусов. В Алге малооблачная погода без осадков, столбики термометров покажут плюс 7 градусов. В Хромтау температура воздуха составит плюс 2 градуса, погода ясная. В Батамше также плюс 2 градуса, пасмурно, небольшой дождь. В первой половине дня пройдут осадки в виде дождя, после обеда снег, плюс 1. И в Шалкарии облачно, синоптики осадков не прогнозируют, 9 градусов выше нуля. Далее в эфире прогноз погоды в нашем городе. У вас еще есть возможность посетить один из лучших цирков России – цирк «Шапито Империал», город Санкт-Петербург. В программе воздушные гимнасты, жонглер, дрессированные верблюды, африканские львы в клетке, эквилибр на катушках, дрессированные пони, обезьяны и многие-многие другие. Программа сопровождается профессиональным световым и звуковым оборудованием мирового уровня. Справки по телефону 568-068. В эфире нашего телеканала в пятницу 8 апреля в 21:20 мы покажем фильм «Воины света». В ночном эфире в 00:30 смотрите фильм «Папа, досвидос». Лови, чемпион! Ты проглотил его, что ли? Моя школа! С тех пор, как ты появился, его словно подменили. Я не умею кататься на велосипеде. Слушай, не бойся, я тебя подстрахую. Держу, не отпускай, пожалуйста. Сам едешь! Я могу! Папа, досвидос. Главная кинопремьера этой весны – книга джунглей уже в кинотеатре «Локомотив». Из-за злого тигра Шерхана Маугли покидает волчью стаю и отправляется в захватывающее путешествие. На своем пути он встречается с пантерой Багира, медведем Балу, питоном Ка и другими обитателями дремучих джунглей. Что ты делаешь так далеко в джунглях? Лапы прочь от мальчонки! Он мой! Нет, щенок, не бывать тебе волком. Я Маугли, и это мой дом! Все, Маугли, идем со мной. Но я помогаю Балу подготовиться к зимней спячке. Медведи не впадают в спячку в джунглях. В спячку, может, и нет, но дневной сон – это святое. Партнер нашей программы – Ами Ковры. В Ами Ковры вы найдете множество классических и ультрамодных современных ковров. В наличии большой выбор ковров – машиной и ручной работы. Город Оренбург, проспект Автоматики 28А. Торговый комплекс XXL, второй этаж. Посмотреть весь ассортимент, а также заказать любой ковер вы можете на сайте amiковры.ru. А я с вами прощаюсь, до встречи в эфире. Ами ковры – это всегда потрясающий выбор. Овчин ковров с длинным ворсом, современных ковров и дорожек, ковров ручной работы. Торговый комплекс XXL, второй этаж.
Консультативно-диагностический центр в гостином дворе, квалифицированная медицинская помощь в центре и на дому, УЗИ всех органов, диагностика, консультации мамолога, уролога, андролога, иммунолога, невропатолога, психотерапевта и других узких специалистов. Доверяйте здоровье хорошим врачам.